Продолжается программа «Дневной разворот». В студии Светлана Удельная, Игорь Рысев. Также с нами в студии сегодня находится Руслан Мамедов, директор Культурного центра «Аполло». Говорим мы сегодня на тему о новой программе «Рубль за рубль», согласно которой на каждый самостоятельно заработанный рубль всем библиотекам, музеям, культурно-досуговым учреждениям будут доплачивать рубль из областного бюджета. Вот и хочу пометить, что в программе примут участие около 40 музеев, более 700 библиотек и примерно где-то 668 культурно досуговых Учреждений. Говорим о плюс минусах Руслан абсолютно за. Да, еще раз добрый день всем, кто присоединился. Вот, чтобы все разно... то есть мнений может быть очень много по этому поводу. Да, все мнения, в которых скрываются контраргументы, я считаю, что это тоже положительное мнение, потому что там болевые какие-то А вот контраргументы вот... они чем могут быть аргументированы? Ну, какие-то минусы во... же все равно могут быть. Вот... Во время вот этой небольшой паузы мы с Игорем да, по... мы И, Игорь, озвучь, ну, пожалуйста а... вот эту это Ну вот думаю, я, на... мы... я насколько понял, здесь получается так, что в принципе каждый культурное учреждение вольно будет сотрудничать с необходимыми людьми, ну, менеджерами, которые, может быть, будут создавать какие-то определенные программы, при условии которых можно будет каким-то образом в дальнейшем зарабатывать. Абсолютно правильно, Игорь. Абсолютно правильно, потому что любой руководитель, поверьте мне, культура всегда жила следующим образом. Она была всегда бедной, но культура, извините, всегда подшаливала. Понимаете, так сказать, есть э, термины, когда, так сказать, там какие-то музыканты, помните, есть песня Макаревича, он играл на, на похоронах и, и, свадьбах. Шабашила, да. то есть, Шабашила, да? друзья. Ну, давайте будем еще термин вспомним. Халтурки, понимаете? Он до сих пор где-то есть. В моей лексике этого нет. У меня есть слово «работа», да? Вот. Всегда кто-то подшабашил, кто-то что-то делал. Таким образом, ну, понятно, что деньги клались в карман. А отчасти рубль на рубль, это в том числе, если можно так говорить, и антивзяточная схема, потому что лучше провести эти деньги по учреждению, понимаете, и получить на это там стопроцентный бонус. Культура, не, она всегда выживала. У нее есть возможность, понимаете, в основе культуры лежит само ремесло. А, директор или кто-то, а, там, я не знаю, художественный руководитель, он все равно где-то либо баянист либо кто-то, либо музыкант, либо что